27-я сессия Харьковского областного совета собралась сегодня уже в третий раз. Но обсуждение главных вопросов повестки задерживается. Представители фракции партии регионов появляются в зале в черных футболках с надписью «Беркут». На нас одеты майки с названием «Беркут». И сейчас большому моему материнскому горю это слово стало нарицательным. Это не просто слова, это на самом деле горе. Потому что когда мой сын уходит на дежурство, я не знаю, вернется ли он живым и здоровым. Для милиционеров, которые сейчас работают в столице, харьковские регионалы собрали 150 тысяч гривен на новое обмундирование и другие нужды. Сильно обеспокоены властимущие и захватами админзданий в стране. Уже несколько дней в местном доме советов повышенные меры предосторожности. Усилена охрана, развернуты пожарные рукава. Нет хорошей жизни, это, конечно. Даже на нашей родной Слобожанщине были попытки поджога административных зданий. Сжечь, ломать – это к себе туда, в Бандерштат. Мы поддерживаем не только «Беркут», мы поддерживаем все спецподразделения и всех сотрудников милиции, которые сегодня, рискуя своей жизнью и здоровьем, несут охрану общественного порядка, не допуская варваров и вандалов к погрому государственных зданий и учреждений. В свою очередь представители местной оппозиции заверяют, захват власти не планируется. Не будуть представники опозиції, не будуть представники опозиційних партій, представники громадських організацій, які зараз висловлюють свою позицію, проєвропейську позицію, не планують атакувати чи в якийсь інший силовий спосіб захоплювати територію Харківської обласної ради. Власне, ви відповідаєте зараз за ситуацію, і ми не збираємося ніякі альтернативи зараз вам пропонувати. Повестку дня 17 вопросов депутаты рассматривают быстро. Один из основных – программа социально-экономического развития региона на 2014 год. Основная часть содержит капитальные затраты на объекты по всем отраслям на общую сумму чуть больше 1 миллиарда гривен. Источники финансирования в этом году будут такие же, как и в прошлом. Это средства областного и государственного бюджета. Главная задача программы – за более чем миллиард, которого еще нет, капитально отремонтировать и реконструировать около 80 объектов медицины, образования, культуры и спорта в районах. Голосовать за программу отказывается оппозиция. Программа не в состоянии реализовать основную цель программы, как в ней указано – повышение благосостояния жизни населения. К примеру, увеличение индекса промышленного производства планируется всего лишь на 1,5%, при том, что сравниваемая база крайне низкая, поскольку в прошлом году уменьшение производства составило 5%. Тем не менее, 101 голосом «за» депутаты запускают программу в действие, поддерживают и основные показатели бюджета, общий объем которого с учетом дотации целевых субвенций составит более 5,5 миллиардов гривен. Эти деньги в первую очередь пойдут на защищенные статьи, зарплаты и энергоносители. Фонд заробітної плати штатних працівників на 2014 рік прогнозується зростом середньої заробітної плати на 9,5% в порівнянні з минулим роком. До кінця року розмір заробітної плати має скласти 3256 гривень. И хотя по расчетам Департамента финансов по некоторым отраслям средств не хватает, например, на капитальные расходы и материально-техническое обеспечение, принятым бюджетом в целом областные власти довольны. Он абсолютно реален по доходной части, мы ее сбалансировали, и по расходной части мы уверены в источника, который у нас есть, и возможностях по его наполнению. Я думаю, что на одной из ближайших сессий мы еще рассмотрим вопрос и постараемся увеличить бюджет развития. Впервые в этом году в бюджете прописана и новая статья расходов. Чуть больше 30 миллионов гривен выделено на завтраки школьников от 5 до 11 классов районных школ Харьковщины. Анна Симоненко, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».